Just lugupeetud daamid ja härrad, minu hoolt kõige südamlikud tunnitlused meie selle üritusele, mis me viime täna kultuurimajas. Ma usun, et kõigidele meil on hea tuju ja ma loodan, et me see tuju veel mitu tundi koos meiega. Добрый день, уважаемые гости, уважаемые участники. Я от себя хотел бы поприветствовать всех, кто будет принимать участие здесь на сцене, кто будет смотреть в зале с этим красивым праздником, который мы сегодня празднуем в Доме культуры и в городе Кохлояре. Для многих славянский венок – это не только праздник, а уже он 13-й год проходит. Для многих славянский венок – это и собственное участие в этом празднике, и, конечно, это вся радость от общения с теми, кто приезжает к нам в гости. Для меня славянский венок, наверное, символом является незабываемого человека, который очень много сделал и 20 лет назад, и 30 лет назад, и до 2006 года. Это Николай Васильевич Соловей, который был действительно мотором всего, что происходило во всех городах Эстонии под маркой «Славянский венок». Поэтому это какая-то дань памяти, на мой взгляд, дань памяти этому большому человеку, который действительно много сделал для того, чтобы мы бы в таких праздниках участвовали, и для того, чтобы как можно больше молодых людей, детей участвовал в этом празднике. Поэтому для меня этот праздник и как символ знака памяти этого большого человека, который работал над славянским венком и всегда был мотором этого. Я хочу пожелать тем, кто будет выступать, спасибо сказать большое гостям, которые будут сюда.